В завершении выпуска новости спорта. Хоккейный клуб «Лида» провел 4-й матч чемпионата страны в экстралиге. Встреча состоялась накануне на выезде против «Динамо Молодечно». Лидские хоккеисты первыми забросили шайбу в ворота соперника, однако развить успех не смогли. Хозяева сравняли счет, а затем и вышли вперед, одержав итоговую победу в матче 2-1. Отметим, сейчас «Лида» занимает 10-е место в турнирной таблице экстралиги.